Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm – это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен – это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm – получи то, чего хочешь. Вот, возьмите керри кто-нибудь, ребят. Я просто сам фармить не умею, поэтому я на суппорте играю. Кто умеет фармить, идите на керри. Я буду суппортить вообще хорошо. То есть тут мы будем играть только на суппорте и смотреть, плюс проверять теорию, можно ли подняться с самых низких ММРов до там какого-то рейтинга только на саппорте. Вот, поэтому здесь мы будем чисто тестировать. Трента, говорите, взять. Давайте Трента возьму. Просили Трента взять, я и возьму. Я и возьму Трента. Просили еще аппарата, храмовник, но это уже в следующий раз. Мне кажется, мана Тренту не нужна поначалу. Поэтому можно взять, хотя нет. Ну, манго, я думаю, нет, вот так вот, кларетка. Манго и ветка, вот, заебись, закуп чемпиона. Мы берем инвиз и идем, так, что там надо, мидер? Кто у нас на миде стоит? Иди сюда, я тебе вард дам. Позже он сквозь деревья ходит. Я вот эту тему, видимо, проебал как-то в жизни, что тренд ходит сквозь деревья. Это очень интересно. Ну ладно, тогда этим можно воспользоваться. Я думаю, тут пацаны, если я не знал, что он сквозь деревья ходит, то пацаны тут вообще в ахуе, поэтому можно руну забрать и не париться. Только почему-то их тут трое, и они меня, скорее всего, отпиздят, не? Ну ладно, они, видимо, не шарят. Братан, ну тебя только что обобрали, блядь, извини, конечно. А, то есть, когда меня бьют, я в инвиз не прячусь, понял. Ну, украли у тебя деньги, брат. Ну, что ты теперь бежишь? Уже поздно, блядь. Уходим, уходим, братан. Уже поздно, все, без бабла остался. То есть, ну, я думаю, они вообще в ахуе были. То есть, ну, если я не знал, что он сквозь деревья ходит, то эти пацаны вообще, наверное, перекрестились раза по три каждый. Думают, что это за хуйня, блядь. Что это за призрачный гонщик, блядь. Сейчас. Короче, я сейчас потанкую чуть-чуть. Мне надо стики заюзать. Только, нет, это я потанкую. Не ты, ты не танкуешь, брат, танкую я. Странный тип, ты зря ты это делаешь. Тихо, пацаны. Блять, а у него есть возможность, чтобы мана закончилась? Или он чисто хуярит по кулдауну? Ох, что-то нас ебут, пацаны. 5-0. Не, мне что-то тренд не нравится, вот честно. Гоу Леона. Тренд вообще не нравится. Прямо вот очень слабый тренд. А, у них вижен, стоит, я помню. Не знаю, такой тренд, вот типа, армора у него мало. Блин, может мне надо было фармить просто? Ну ладно, я же суппорт, это нечестно было. Ну да, я действительно первый скилл зря замаксил. Ну хули, я первый раз на тренде играю в 2000. Я вообще не знал, что его как-то порезали, просто 0 армора у него ж не было. 0 армора это слишком мало. Давай Брисла убьем, слышишь? А не, Леона. Ладно. Понял. Это не Брисл и не Леон. Это был крик, к сожалению, блядь. Я тебе хил дал, братан. Что-то там беги, я не знаю, убегай. Блин, самородок, сука. Хорош. Я Леона задержу, брат. Ради тебя все, я суппорт. Братан, ты меня не убьешь, держу в курсе. Я сейчас на себя вешаю вот такую штуку. И начинаю... Да, ты неплохо делаешь. А теперь я сейчас догоняю и бью тебе ебало, брат. Давай, перерезай, ебашим его. Давай, твой, оставляю. Хорош. Мы сосали 5-0, камбэкаем. Просто. Давай-ка с этим петушком поговорим. Блять, если бы не одна секунда выпала, было бы заебись. У него выпала одна секунда. Все нормально, все хорошо. У него выпала одна секунда. Что ты будешь делать? Братан, давайте манго дам, а ты ему стан резко. Как ты его? Только виномансеру, давай. Подходи на него. Меня видно. Давай. И стан. Все, блядь, перепутал. Бучий самородок, блядь. Вот этого. Давай, догонишь? А, все, там уже ебать. У меня шпагат будет. Шпагат дам. Беги, братан. Беги отсюда, беги. Я тебе виномансер съест. Шпагат дал. Хорошо, мне арканы нужны вообще в этой игре? Давайте купим. Да, я уже пришел, считай. Ты уже можешь начинать, брат, любого. Леона желательно. Шпагат дал. Ебем. Хорошо. Хилка пошла, тебя хилю, брат. Исчезни, ебаное дерево, блядь. Да сука, блядь. Колючая. Надо было левее уйти. Ну нормально, но их тут трое было. Мы же думали, что их тут двое. А их тут трое. Да, тебя убили. Зря ты убьешь, типа, да. Снайпер.
Тебе Леон сейчас палец даст. Шрапнель в единицу, да. Фаерифайр есть, брат. Не вижу, вот он, проел. Лянь хитрый, давай ему что-нибудь. Арестован нахуй, давай, бери его, хорошо. Бля, а почему виномансер почти с агамином, блядь? Это как? Это как-то, блядь, получается? Можем вот этого убить, смотрите. Я еще на шпагат сяду. А, похуй, ебем его. На шпагат сел. Снайпер, давай. Хорош, хорош. Все, сейчас выхиливать буду, пацаны. Давай, 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 братан. Хил пошел, я тебе сейчас еще маны насыплю. Снайпер, ультуем, ультом, ультом, хорошо. Четко, четко, четко. Парни, идемте к снайперу, все подходите, я маны насыплю обоим. 400, давай, давай, давай. Да, братан, не убьют тебя. Леона, гол. Да, Леона ж надо было. Ну, гой этого, похуй. Похуй, я умер, наверное. Надо Леона было. Ты успел, я шпагат давал. Я же тебе говорю, шпагат дам. Нормально, сейчас снайпер кого-то ебнет. Хорошо, и Леона добивай. У тебя риф через 2 секунды должен. Блять, конь с фейзами, это что-то новенькое. Давай, 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 давай. Ты с Яшей фейзами, ты, блядь, конница тупо. Ебашишь. Давай, 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 хорошо. Он снайпер сзади ебет. Смотри, смотри, ёбка пошла. Боже, как красиво. Хорошо. Он не хочет, ничего там не кристаллик делать. Хорош. Блять, я забрал, да? Я не хотел. Знаете, я не хотел. Хил пошел, хил пошел. Тебя заходит ли этот бесслуга. Хорошо, хорошо. Стан и въебало бить его надо. Пока. Я тут похуй, пацанам, во что бить. Манки дал. Ну, не хочу. Не хочу, не хочу снайпер. Я хилю, пуш, хилю, 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 пуш. Давай, дед, еби ее, еби ее. Хорошо, как боже. Этому похуй вообще. Он доталово под фонтан ебурит. Рудге, давай блинк и жри его. У тебя сентрик есть, если что. Это обсервер, держу в курсе. Сентрик синий. Но он уже убежал. Это было прям вот на тоненького, я бы сказал. Идемте верхнюю башню сломаем, пацаны. Можем убивать их, не? Шпагат? Или он так умрет, по идее? Баунти Хантер подвижен, ребят. Под центрой. И этого. Себе пора. Ну давай. Четко, ребят. Гол в Т3 вообще. Ой-ой-ой, мне нечего. Мне нечем хилить, братан, когда ты ладно. Идем ломать. Просто игра и как игра. То есть такие игры, мне кажется, это редкость на этом рейтинге. Просто никто слова не говорит. Все молчат. А пуч центре нету, да? Блин, я думал, центре, может, есть. Мне похуй, если меня будет убивать, я прям вообще похуй. Я хилю Свен. Хил пошел. Бать, как он это сделал? Как он вытянул? Он ебаный волшебник. И я... Ну все, мне все. Слушай, меня зафокусил, это как бы одно место. Вот то, что остальные умирают, это хуёво. Блин, там фантомка наваливает очень крепко. Нас всех убили, да? Там байбеки были, да? Там байбек от Леона, и фантомка больно бьет. Ну вот так вот сделаем. Вот, 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 вот. Демоны, что ли? А, сентрик стоит. Надо фантомку фокусить, а не пристолбать, ребят. Он с блейдмейлом, он очень жирный. Шпагат. Там их бил давать, тут они. Там сюда. Ой, блядь. Это что-то мне не нравится. Неприятненько. Блин, сейчас все от ульта вином сдохнут. Кого хилить? Себя или Свена? Я нахуй не нужен, Свена. Хил пошел. БХ. Сентрик поставил против БХ, пацаны. БХ видим. Где же? Вот БХ. Вот БХ, парни. Не башьте. Еще сентрик поставил. Давай, 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 давай. Четко. Но нам верх надо сломать, ребят. В трон, я думаю, они дефать будут, не дадут. Го-го-го. Ребят, танкуем. Хим, похуй на меня вообще. Они вот дохнут. Снайпер, тебя сейчас ебать был. 5 секунд тут. Все. Парни, я говорил, он доверх хотел. Никто меня не послушал. Вон, рысло. Я ТП делаю, я ТП делаю. Странно, да, фантомка странная. Не бристлбэк. Не, мы можем проебать, я сейчас смотрю, что происходит. Ребят, надо фокусить не бристлбэка. Вот, фантомка всех ебет. Фантомка всех ебет, не бристлбэк. Все по одному идете умирать. Я лебарду дал, что еще могу сделать. Не, ну они заебали.
Можете перестать фокусить Бристлбека, пацаны? Перестаньте фокусить Брисла, на мне трэп, мне сейчас ебало, а будет бить. Я все, пацаны, тоже. Мы проебали, кстати. Вот и ГГ, пацаны. Все скиллы в фантомку. Фантомка, она вот, посмотрите на нее внимательно. Это не Ёж, не Бристлбек, не Леон, не Виномансер. Это фантомка, парни. Просто, ну как мне еще объяснить? Они просто все идут в Бристлбека и скидывают все скиллы. Свен, ты сейчас умрешь, если не уйдешь. Иди. Вот с такими тяжелее всего играть, которые, ну, они просто, типа, на своей волне играют. Братан, тебе бабки накапают. Купи Vitality бустер вот тут. Куда он пошел? Вот он пошел пешком на базу, правильно? Он сейчас придет на базу. В смысле ты АФК? Чего ты АФК, братан? Что случилось? Вот и все, весь саппортинг, блядь. Вот это мои мальчики, я, вот это я понимаю, блядь. Подожди, он пошел на базу. А, меня убили, пока я смотрел на этого клоуна. Меня убили. Я говорил, идем по топу, они фармят мид. В миде умирает долбоеб. Другой долбоеб фармит лес, а третий долбоеб фармит снизу лес. Возникает вопрос, что мне сделать, чтобы они выиграли игру? Потому что они могут игру выиграть, только если послушают меня. По любому другому раскладе мы эту игру проигрываем. И я ничего не могу сделать, потому что я ебаный сапа. Ребят, мы можем все вместе собраться и поверху пойти закончить игру выиграть? Танчик. Стан забыл дать, да? Стан надо дать. Не спрашивайте, я не знаю, что мне надо сделать, чтобы они поняли, кто фантомка. Идите сюда. Я тебе хил дал, брат. Алебарду ему дал, он бить не может. Блять, я не исчезаю, короче. Я не знаю, как мне сделать так, чтобы я сейчас ебучие, сука, самородки, блять. Ну что, пацаны, блинк там что-нибудь, не? Есть варианты вообще? Давай. Он регенер, он уже фуловый, блять. Он сейчас развернется, ебало набьет. И тебе, и мне, блять. ЦК, ты не пошел, да? Тяжела жизнь с упорта, пацаны. О, ужас. Давай, блять. Блять, он меня сейчас похоронит, ебучая, сука. Дура на снайпе. Ой, блядь, все, я пошел. Ну его нахуй. Я не знаю, блядь, что мне делать надо. Парни, еще раз говорю вам, чтобы выиграть игру, мы должны пойти в пятером по верху и сломать последнюю сторону. Ключевое слово в пятером, ребят. В смысле, ты постоишь, подефаешь? Ты вы. Я не пойму, вы выиграть хотите или вам похуй, пацаны? То есть, чтобы выиграть, надо пойти в пятером. Захар Калюжный, тебе лет 14, наверное, блядь. Ты спать уже должен, походу, а не в доту играть. Чё ты обиделся? 12 я же играю. А чё ты обиделся? Не 12, блядь. Пойдём и выиграем, или ты не хочешь? Я не обижался. Ты чё, я фармлю, что ли? Ну так, пойдём в пятером и закончим игру. Ты сейчас сдохнешь там в лесу. Это спойлер. Почему у тебя голос такой знакомый? Да я хуй знает, блядь. Я не знаю, почему. Когда крыша едет, голос вот Свену сдох. Пацаны, а что я говорил? Надо идти по топу в пятером. Ладно, пойду на базу. Нам пизда. Давайте сделаем КБ, и мы пойдем закончим. Пойдем. Короче, делайте, что хотите, все. Все, делайте, что хотите, я жду от вас, все, я не капитан здесь, давайте, пацаны. Я просто устал, у меня уже голос сел, блядь, говорить. Одно и то же, соберитесь, пятером по топу, блядь, ну это же заебывает, не? Не хочу спойлерить, я знаю, что... Давайте, будет. Да. Фантомку надо бить. Алебарду дал. Снайпер, бей, я прошу тебя. Хорошо. Но, парни, они втроем сдохли. Это что значит? Давайте, Леона, убиваешь. Все, гоу, закончим, пацаны. Бейте башню. Кого он живет? Куда он пошел? Что это, блядь? Бей башню, брат. А где все остальные? Так, это долбоеба сын. Он как-то там на своей волне. Этот пошел под фонтан с фиде. Уходим, парни, уходим. Минус лиф. Блять, полезно. Ребят, снайпер, смотри, Bounty Hunter стоит. Ой, блядь, ебучий дуралей бьет без стэшбэка. Давай, 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 пошли, добиваем его.
Замедлил его ерундой своей. Давай, Брисла бей. Хорошо. А Йон Диск сработал, заебись. Давай. Хорошо, все, по миду в трон, пацаны. Парни, смотрите, трон падает вражеский. Подойдите, гол просто идем. Смотрите, он крипы пиздят. Не отвлекайтесь, я прошу. Команда, блять, это вот эта пачка крипов, она полезнее, чем вся команда, нахуй. Это просто пачка крипов, блять, которая сделала больше, чем все. Хватит крипов фармить, пуш, ты можешь, блять, пойти трон побить? Надо глиф нажать, блядь. Да, бей трон, снайпер, блядь. Теперь надо было бить фантом. Сломайте трон, пожалуйста. Боже. Спасибо за игру, пацаны. Божечки. Вот прям вот, блядь, из разряда нереального. То есть ты можешь выигрывать игру. То есть вот смотрите на графике. Видите вот этот вот на 30-й минуте проседание лютое вниз, когда мы ведем 10 тысяч плюс по всем параметрам. Вот это момент, когда мы зашли и сломали им две стороны. А вот это, то, что график пошел вверх до 40-й минуты, это 10 минут, когда мои долбоебы фармили лес. При том, что я как обезьяна, как попугай, говорил им, ребят, все топ, собейтесь пятером, закончим. Вот, а пацаны, вот эти 10 минут, они просто фармили лес каждый и дохли, как собаки. Че по урону? Ну, на тренте я урона много не должен давать. Я дал 12500, кстати. В принципе, это как Свен почти. При том, что я трент, и у меня не было ни радианса, ни... Блейд Мейла нихуя. И ульта моя не дамажит, как бы, потому что нету аганима. То есть я дал, в принципе, 12500 урона. И 57 тысяч я впитал. Плюс я выхилял. Сколько я выхилял? Тут есть показатель, сколько я лечил их, не? Положительный эффект лечения. 16775 я выхилял еще, кстати. Вот. Ну и, в принципе, неплохо. Но ЦК это, конечно, страшный чувак. Вообще, прям опасный.